Сибири жизнь была непростой, но и здесь это не так. Забирай, что нужно. Товары. Это предметы первой необходимости. Ястребом, Браном, Ханом, Падишем, дорогим братом, и ястребом солнца, Талавадом, Падишем, любимым отцом. Пусть память о них станет примером для всех охотников и для всех людей. Смотри, мемориал моим отцу и брату, и всем тем, кто погиб в кольце солнца. Это все благодаря тебе. Спасибо. Ну, как новая должность? Ну, примерно, как рассвет после долгой ночи. Спасибо, Элой. Тебе здесь всегда будет место. Имей в виду. Что теперь будет? С домом. Ну, теперь кандидатов будем набирать по способностям. И вообще не смотреть, карха они или нет. Наш дом был бастионом старого режима, но с этим покончено. А что за молитву ты читала, когда я вошла? Я не все расслышала. О, великое солнце, помирись с луною и даруй покой тем, кто пал. Облеки их доспехи из неугасающего жара. Вооружи их копьями из своего света. Озари путь на небеса перед каждым из них. Ястребом Гравидом ханом Морзой, ястребом Сиравом ханом Пиром, ястребом Юсом ханом Егиром, ястребом Осивом ханом Савали, ястребом Браном ханом Падишем, дорогим братом, и ястребом солнца Талавадом Падишем, любимым отцом. Пусть память о них станет примером для всех охотников и для всех людей. Ну, поздравляю, Талана. А мне пора. Спасибо тебе, Элой, на зло Нора. Да будет добыча твоей. Я не думал, что ты сумеешь победить углебрюха. Теперь вот корю себя, что не разглядел в тебе потенциал. Все хотят, чтобы жизнь была красочной. Иди, давай поговорим. Это заря нового. Thank you.
Гангера. Я послал гонца в жилу. Нужно всем сообщить. Если тебе или племени что-то понадобится для ее похорон, ты только скажи. Это все еще успеется. Элой. Рад тебя видеть. Я в растерянности. Обрести надежду и снова ее потерять так жестоко. Слова теперь ни к чему. Эрза велела найти Дервала. Вроде он говорил что-то про небо в дыму. Расскажи, что ты нашла? Письмо. О том, что на местный склад отправили партию огнежара. Только адресат не Дервал, а некий Эйлунд Кузнец. Вам это ни о чем не говорит? Звучит знакомо. Да, домовладелец. Озерам скупают дома в городе, и среди купивших был и он. Сейчас вспомню. На краю плоскогорья, рядом с храмом. Там была лавка, но можно сделать и склад. Если под этим именем скрывался Дервал, он может быть там. Соберу бойцов. Я иду туда. Рен, стой. Твое племя ненавидит Дервала сильнее прочих. Кланы дали бы за него хорошую цену. Взять его живым? Чтобы ты за него поторговался, как на базаре? Мы должны всеми средствами поддерживать мир. Если появится возможность, возьми его живым. Считай это приказ. Элой, пару слов. Можно? Эрент не стал рассказывать подробности о гибели Эрзы, что вполне понятно. Но только дело в том, что я теперь не могу ни о чем другом думать. Ты была там. Она мучилась. Своей боли она не боялась. Она переживала за брата. Переживала за вас. Спасибо, Элой. Мне все-таки важно было это услышать. Что она думала обо мне? Разыщи Дервала и доставь сюда. Клянусь, он за все ответит. Если будем медлить, Дервал может осуществить свой замысел. Если потерялась, меня не расспрашивай. Я стражник. Все хотят, чтобы жизнь была красочной. Иди, давай поговорим. Эй, дюжие приключенцы! Желательно без друзей и родных, но сойдут любые. Склад. Ты здесь, Дервал? У нас для тебя сюрприз. Или у него для нас. Это бомба? Какая-то маленькая. Хватит, чтобы нас убить. Ладно, умолкаю. Да, это бомба. Сделано искусно.
Если попытаться ее разобрать, она взорвется. Сколько тут огнежара? Если та бомба внизу взорвется, все будет, как он и обещал. Дым затмит солнце, а город утонет в пламени. Мы должны это предотвратить. Если от него как-нибудь избавиться, взрыв будет куда слабее. Если от него как-нибудь избавиться, взрыв будет куда слабее. Если от него как-нибудь избавиться, взрыв будет куда слабее. Если бомба взорвется, весь огнежар вспыхнет. Похоже, деревянная скоба не очень прочная. Помоги вытолкнуть. Хорошо. Грубые силы это я могу. И что? Спасем город, надеюсь. Но как упадет, сразу беги. Потому что тут же сработает детонатор в бомбе. А мы выживем? Может и нет. Толкай. А! Получилось. Мы не дали Дервалу уничтожить Меридиан. Это не все. Он хотел заставить Авада смотреть. Ну нет. Дервалу не попасть во дворец. Он охраняется. Ты все же иди туда. А я осмотрюсь. Может, люди Дервала оставили какие-то следы? Ладно. Не бойся. Во дворце его сразу прикончат. Следы. И на них огнежар. Не хотите ли поучаствовать в одном из мазокрупном? Будем передавать по цепочке! Что случилось? Не слыхал такого взрыва со дня освобождения. Есть минутка поговорить со мной о высоком? Смотрите, там дым поднимается. На нас напали? След ведет внутрь. Еще одно убежище Дервала? Видимо, здесь Дервал собрал детонатор. Он пробил тоннель в стене. Дервал все-таки пробрался во дворец.
Жаль, не увижу короля солнца на коленях. Хватит жаловаться, погонь. Кто-то должен охранять тыл. Ты бы свой тыл охранял. Мне это нужно. Смотри на себя. Жалкий последыш безумного короля. Ты отнял у меня право убить твоего отца. Ну, обойдусь тобой. Приятно посмотреть, как карха горят. Тем приятнее, что смотреть мы будем вместе. Прощайся с Меридианом, Ават. Вдохни запах гари и подавись пеплом. Что-то не так. Что? Я ничего не слышал. Со стороны окраины задымило. Нет! Должна быть буря! Буря! А не какая-то там струйка дыма! Становится прохладно. Скоро стемнеет. Что это? А, та самая девка, что напала на мой лагерь. И обезвредила бомбу. А, вот как. Но это ничего не меняет. Я все равно окроплю трон кровью. Сперва твоей, а потом его. Я тебя слышу, кажется. Давай побыстрее. Мне еще надо убить бога солнца. У меня была армия. Я убивал соколов и лиходеев, а ты лишь дикарка. И почему за Авада всегда дерутся его бабы? Почему за Авада всегда дерутся его бабы? У меня была армия. Я убивал соколов и лиходеев. А ты лишь дикарка! И почему за Авада всегда дерутся его бабы? Это еще не все, Нора. Любой мастер Азерам тебе скажет. Всегда нужен третий план. Жадные красавцы Корж.
Я бы хотел, чтобы тебя прикончила Эрза. Но могу сделать это и сам. Давай. Я не боюсь. Хотя ты и тут напортачишь. Как всегда. Я знаю, чего ты боишься. Что тебя отправят в источник в цепях. Все кланы в жиле хотят твоей смерти. И они знают, как тебя помучить. Столько будет желающих. В этом ты весь, убивать чужими руками. Заткнись! Твою судьбу решит король солнца. Уделишь мне минуту внимания? Надо мне на нервы давить. Ничего у тебя не выйдет. Все хотят, чтобы жизнь была красочной. Иди. Элой, я тут думал об Эрзе. Она бы убила Дервала на месте, точно. Потому она и отправилась к нему, чтоб прикончить. Но она велела мне взрослеть. Было тяжело такое услышать, но пытаюсь ей верить. А тот, кто взрослый, делает, что должно, а не что хочется. Так? Ты меня спрашиваешь? Ты явно постарше. Да, но веду себя как юнец. Ты поступил правильно. Еле себя заставил. И до сих пор хочу потихоньку свернуть ему шею. Ты этого не сделаешь. Ты хороший капитан. Ну, хватит. А то расплачусь. Так, что теперь ждет Эренда, капитана авангарда? Отправлюсь ненадолго в жилу. Ну... Повидаюсь со своим кланом. Похороним Эрзу, как положено. Как она бы хотела. А это значит, больше браги, без трёпа. Как думаешь, что Азерам сделают с Дервалом? Сначала будут долго спорить между собой. Но знаю точно, казнь будет страшной. Меня устраивает.
Может быть, даже я загляну к нему и напомню, что его ждет. Что ж... Знаю, тебе пора. Искать убийц, покорять машины, дел не в проворот. Знаешь, когда мы встретились, я думал, повезло этой красотке, что познакомилась с такой важной шишкой, как я. Но это мне повезло, что ты уделила мне минутку. Только не забывай меня, когда будешь покорять мир. Для тебя всегда есть минутка. Может, даже две. Две? Ха! Я ей нравлюсь. Элой, сказать, что я испытываю благодарность, значит ничего не сказать. Ты спасла мне жизнь. Ты спасла Меридиан. И благодаря тебе убийца будет наказан. Мы сможем оплакать Эрзу, зная всю горькую правду. Что бы с нами было, если бы не ты? Думать не хочу. Надеюсь, ты останешься в Меридиане. А вы с Эрзой... Ну... Полагаю, теперь мои чувства к ней. И так понятно. Правда? Она была не просто советником. Она была опорой. Мы не могли быть вместе. Отношения между Карха и Азирам в Меридиане и так напряженные. Союз Короля Солнца и Воительницы Азирам неизбежно вызвал бы бунт в городе. И, вероятно, войну с кланами. И кто-нибудь знал? Один человек. Дервал. Он безуспешно добивался ее. Жгучая ревность стала для него еще одним поводом к ненависти. А что теперь будет с Дервалом? Ну, пока... Пусть посидит в старой камере под кольцом солнца в Меридиане. А что с ним станет, когда его возвратят в Источник, не хочу даже думать. Мой отец был весьма изобретателен по части истязаний. Но изобретения Азирам превосходят даже его задумки. Как жаль. Дервал очень умен. Он мог бы достичь таких высот, если бы не мой отец. Знаю, кто напал на Нора. Группа Карха Тьмы под названием Затмение. Они поднимают древние машины и с ними нанесут удар по Меридиану. Вот как. Твои слова подтверждают то, что говорил мне Марат. Группа Карха Тени, и у них зараженные машины. Когда они собираются напасть? Пока не знаю. Что ж, мы подготовимся. Сообщай обо всем, что узнаешь. Хочешь поговорить? Зачем я вам нужна в Меридиане? Мне кажется, это очевидно. Мне нет. Ну, во-первых, благодаря твоим усилиям город не сгинул в пламени. Ты сильная, умная, ты способная. И мне очень нужна такая помощница. Задумайтесь на минутку, что вы только что мне сказали. Вы потеряли Эрзу. Женщину, которая была вашей помощницей. И, несомненно, тоже была сильна, умна и способна. Вы были к ней неравнодушны. И... Предлагаете мне занять ее место? Это предложение работы или руки и сердца? Ну и ну. У вас с Эрзой впрямь много общего. Она тоже терпеть не могла глупостей. Прошу, прими мои извинения. Я опережаю события. Мне нужно время разобраться в своих чувствах.
Я буду вечно тебе признателен. И со временем хотел бы узнать тебя получше. На том мы остановимся. Мне пора. Понимаю. Он попытался убить короля солнца. Невероятно.